Как скопировать ссылку YouTube канала на телефоне? Привет, меня зовут Юлия Измайлова, я эксперт по продвижению успешного инфобизнеса и в том числе бизнеса через YouTube. И в этом видео мы разберем, как скопировать ссылку YouTube канала на телефоне. Для этого мы заходим с телефона на свой YouTube канал. Нажимаем YouTube. А значит, здесь мы видим фотографию слева вверху. Нажимаем эту фотографию. И далее переходим в графу «Мой канал». Когда мы перешли в «Мой канал», мы видим справа вверху троеточие. Рядом со значком поиска, вот с этой лупой, есть троеточие. Нажимаем троеточие. И видим графу «Поделиться». Нажимаем. Теперь у нас появилась возможность поделиться во все вот здесь социальные сети, в мессенджеры и в том числе скопировать ссылку. Вот прям под Фейсбуком справа есть возможность скопировать ссылку. Нажимаем. Видите, у нас скопировано. И теперь эту ссылку мы можем, например, отправить в сообщениях ВКонтакте кому-либо. Так, например, сейчас вот сюда. Ставить, да, вот он, вот наша ссылка стала, я могу ее отправить. Либо, допустим, куда-нибудь в заметку в какую-либо свою поставить при желании. Например, в блокнот сейчас также скопирую. И вот сюда поставлю, вот ссылка на мой YouTube канал. Так, вернемся обратно на канал. Кроме того, точно так же копируются ссылки на видеоролики, если вам нужно отправить именно ссылку. Для этого заходим в графу «Видео», она вторая после главной. И напротив каждого видеоролика мы с вами видим возможность, вот есть троеточие, то есть нажав на это троеточие, мы с вами также можем выбрать здесь графу «Поделиться» и уже также поделиться этим видеороликом в любую социальную сеть, либо же в мессенджер. Или же вот опять же под Фейсбуком мы видим «Копировать ссылку», нажимаем «Скопировано», и мы можем также отправить эту ссылку или скопировать ее, поставить себе в блокнот. Вот, соответственно, таким образом вы можете скопировать ссылку YouTube канала на телефоне или же любого вашего видео. Если данный ролик был вам полезен, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, жмите колокольчик, чтобы не пропустить новые видео. Пишите в комментариях, что еще вам интересно по продвижению вашего бизнеса через YouTube и по продвижению ваших видео. Для тех, кто уже сейчас хочет узнать об эффективном использовании алгоритмов YouTube, вы можете скачать бесплатно мой PDF-отчет по ссылке в описании к данному ролику или же по ссылке, нажав кнопочку в этом видео. Ну а мы с вами увидимся в других роликах. До встречи. Пока.